Привет, зрители. Меня тут запросили видос насчет отчета, как прошел вот этот год, который еще не закончился. Если звуки, то у меня кот гоняет шарик елочный. Я себе делала несколько тезисов, потому что у меня как-то мысли совершенно в разнобой. Мне кажется, год прошел нормально. Ну, конечно, было много чего и хорошего, и плохого, но вот мои тезисы. Вот 2018 год чисто для меня это год техники. Потому что у меня стабильно срывались мои путешествия. То сначала накрывалось снегом, а потом половодьем мой маленький круиз по Волге. Или где-то там, может быть, не совсем по Волге, я уж не помню. Весной, которую я планировала. Потом куда-то я там, я собиралась весной же опять же в Питер, но что-то оно все накрылось, потому что как-то там было очень мутно. И люди, которые организовывали, тоже были слегка мутными. Потом еще куда-то. Ну, конечно, из того, что случилось, я даже не ожидала, что оно все-таки случится, это то, что я в Раменск ездила к подписчице в гости и, соответственно, познакомилась и приобрела двух замечательных подруг, или, можно сказать, друзей, не знаю. Девочки могут быть друзьями. Маша и Вика, здравствуйте, Маша и Вика. И они создали замечательную флудилку, кстати, если кто хочет, то френди тебя меня или там товарища, который это запросил, Горбушки, он ВКонтакте под именем Вася. И мы типа вас зафрендим, а потом добавим в флудилку, потому что иначе по-другому никак. Потом, как бы, куда я хотела, у меня совершенно не получилось поехать, потому что случился переезд. Наверное, основное такое событие – это продажа той квартиры, наконец-то, и покупка этой квартиры. Правда, с кучей проблем и проволочек. И случилась покупка спустя 3 с лишним месяца. Так, что тут у нас еще в моей этой шпаргалке телефонной? Ну и, соответственно, от меня отвалилась куча неадекватных людей. В том или ином смысле неадекватных, плохих, негативных подписчиков, подписчиков, которые типа друзья и прочих непонятных, неприятных людей. Но при этом я возобновила дружбу с одним человеком, с которым мы как бы давно общались, 2 года не общались, а будем считать, что у нас был перерыв в дружбе. Ну и, соответственно, новые друзья, да, и что тут у нас? Находка новых друзей. Можно ли так сказать, да? И еще что я поняла, если в чем-то, в какой-то технике нифига не понимаешь, и твое окружение в этом тоже не понимает, то есть шанс купить колонки с очень куцым хвостиком, и они какие-то, ну, я думала, они будут слегка помощнее тех, которые у меня помирали и почти умерли. И Свен все-таки говяная фирма. Ну и да, еще, наверное, что... Чисто для канала, вот то, что у меня начались эти стримы благодаря тому же Горбушкину, благодаря другому подписчику, который решил остаться неизвестным, анонимным или как-то так, стримы идут в хорошем качестве, в отличном качестве. Ну, я купила себе эту камеру, ну, как-то так вот, это из года техники. Ну и, наверное, все, короче, я надеюсь, что ваш этот год прошел более-менее нормально, ну или хотя бы попытайтесь найти что-то хорошее в этом году, наверняка было хоть что-то хорошее, если у кого-то был тяжелый год. Я считаю, что у меня был очень отличный год. Ну и всех с наступающим 2019 годом, всем спасибо за просмотр, да, спасибо тем зрителям, кто остается у меня в подписчиках, верным моим зрителям, верным моим подписчикам, скажем так, кто, несмотря ни на что, остался моим подписчиком, ну и всем, короче, хорошего настроения, с Новым годом, с наступающим, бла-бла-бла, всем пока!